it's all about humanity. Всем привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про Лансен С. СТ-шка, которая не понимает, чем она хочет быть. То ли это грозный вояка от башни на первой линии, который просто ДПМом душит всех, то ли это СТ-шка, то ли это вообще заменитель ЛТ-шки. В целом можно построить из этого танка все три варианта. Но я построил из него заменителя ЛТ-шки. В этом бою на фоне вы еще видите, как я играю на стабилизаторе, приводах наводки и досылателе. Но когда там уже набитие трех отметок подходило к концу, в итоге я достроил из этого танка заменителя ЛТ-шки. Досылатель, просветленная оптика и приводы наводки. От башни мы в принципе можем поиграться и так, играя от сведения. Быстро свелись, стрельнули, спрятались. Танковать нам от башни все равно не нужно. И вылазить мы стрелять будем только в том случае, если враг отвлекся, не смотрит на нас или он на перезарядке. На удивление, у Лансена в маске есть броня. И довольно-таки внушительная, там 200, 300 и местами даже там и 500 можно нащупать. Но это место настолько маленькое, что в него нужно еще и попасть. В целом танк весь ватный. Так что рубиться на первой линии, еще имея небольшое количество хп, довольно-таки тяжело. Поэтому у меня получился танк поддержки. С возможностью играть от башни, с быстрым сведением, отвратительной стабилизацией, поскольку я попробовал и со стабилизатором, и без стабилизатора играть. Стабилизация отвратительная, что так, что так. Пушка тупо кривая, пробитие пониженное, поэтому стрелять нужно, как обычно, много, потому что часть снарядов по-любому полетит никуда. Пушка реально отвратительная. И поскольку нам нужно будет стрелять много, то рубиться на первой линии от башни, рискуя своим хп, это очень проблематично будет. Поскольку нам нужно будет много стрелять за бой, то рубиться на первой линии от башни с маленьким количеством хп и броней только в одном месте, это не наше. У нас еще есть великолепная маскировка, поэтому с оптикой мы можем спокойно заменять ЛТ-шку. Правда, наша максимальная скорость не сильно большая. Мы очень быстро разгоняем полтинник. И все, дальше мы не едем, так на полтиннике и тарахтим. Но в целом какой-нибудь кустик занять, посветить мы всегда можем. Также жопу лучше на этом танке не подставлять, поскольку он любит еще и гореть. В общем, что у нас в целом получается. Это танк с кривой отвратительной пушкой, альфой 320, пониженным пробитием, невыдающимся обзором, который можно в принципе улучшить оптикой, хорошей маскировкой, удельная мощность хорошая, но максималка в принципе не выдающаяся. Планка на этом танке для трех отметок довольно-таки высока, чуть-чуть выше, чем у остальных восьмерочек, 3200 там примерно. Но эту планку не так уж сложно взять, поскольку если мы иногда можем подменять ЛТ-шку, также можем неплохо светить, и если будем много стрелять, еще и много наносить урона, то циферок для трех отметок нам будет вполне достаточно. Суммарно набрать 3200 за бой не так уж и сложно на танке, который может и от башни поиграть, и успеть на любой конец карты, еще и ЛТ-шку заменить. Да, конечно, во всем он не идеален, но в целом неплох. Не сказал бы, что этот танчик мне прям сильно понравился, но в принципе играть на нем было несложно, и результат на нем сделался очень быстро. В целом Лансен — это разносторонняя СТ-шка, которая может заменять иногда ЛТ-шку. Да, конечно, очень хочется в ближнем бою рубиться на нем, используя там стабилизатор, и просто по КД бам-бам-бам стрелять. Но в итоге, когда ты играешь, понимаешь, что пушка все равно кривая. И даже когда ты полностью сводишься, все равно попадаешь, когда повезет. Поэтому улучшение танка в сторону ЛТ-шки намного выгодней для взятия трех отметок, да и в целом для результата на этом танке. Хоть этот танчик часто горит в задницу, на удивление остальные модули почему-то ломаются редко. Я вообще не помню, чтобы у меня на нем что-то ломалось. Да и в целом, если жопу не подставлять, он еще и гореть перестает. В целом, танчик плюс-минус интересный, но впечатления от него, в принципе, по итогу остаются не самые приятные. Но и результат на нем делать можно. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. It's all about humanity.
it's all about humanity. It's all about humanity.